Пошло. Уже мы в Алджане. Вот пришел, выполнил, считаю, свой гражданский долг, откликнулся на призыв Евгения Деможирова и отдал свой, пока еще в виде подписи, голос за него. Считаю, что и он, и другие кандидаты, которые сегодня собираются идти на выборы главы города, должны в них участвовать. Несмотря на то, что выходят ли они по линии политической партии на выборную кампанию или же собирают подписи. Есть у нас еще один кандидат, Сергей Гужев, который тоже на сегодняшний день, к сожалению, испытывает подписи. Я за то, чтобы все реальные политические кандидаты сегодня участвовали в выборах главы города Вологды. Мы должны сегодня представить весь спектр политических мнений для вологжан, для жителей города Вологды, чтобы они смогли выбрать сильнейшего. Я тоже участвую в выборах главы города Вологды, иду от политической партии, но тем не менее считаю, что рядом должны в списке быть и Деможиров, и Гужев, и другие кандидаты.